15 июля на тренировочной базе «Жолдармаш» прошел необычный поединок. На поле вышли не игроки красно-желтой команды, а ее руководители и активные болельщики. Такой поединок в новейшей истории оружейников проходит впервые. Инициатором такого формата встречи с болельщиками стал президент клуба Гурам Аджоев. Мы с болельщиками хотим так вот сделать одно хорошее дело, то, что мы делаем. Поэтому вот такую товарищескую игру организовали, чтобы сыграли, ближе познакомиться, почувствовать изнутри, чтобы болельщики почувствовали. Это, я думаю, что будет традиция. Каждый год будем делать это. Переходя к самому матчу, отметим, что встреча проходила в формате 9 на 9. Капитаном команды болельщиков единогласным решением был выбран Михаил Максимов. А команду руководства клуба возглавил главный тренер «Туликов» Миадрак Божевич. Такие мероприятия идут на пользу этих отношений, и может быть только, чтобы это отношение было лучше. Два тайма по 25 минут пролетели как одно мгновение. Команда Божевича праздновала победу со счетом 12-4. Впрочем, проигравших матчей, конечно, не было. Ну ничего себе, конечно, великие люди, как бы новый тренер тоже, которого постоянно по телевизору только смотрел. Вот. Ну, на самом деле, очень приятно. Такая дружеская атмосфера. Это очень важный такой залог, то, что между болельщиками и руководством всегда вот эти вот отлаженные хорошие действия. Вот. Товарищеский матч очень насыщенный, ну, голами был. Вот. Ну, все, только положительные эмоции. Все-таки эта игра носила характер как бы дружеский, поэтому много давали друг другу делать. Наверное, как бы ничего сложного не было. После финального свистка, помимо кубка, который выиграла команда руководства «Арсенала», индивидуальные призы получили Андрей Алпатов за надежную игру в воротах, Александр Кураков в номинации «Лучший бомбардир», MVP матча Дмитрий Хасан. Также отметили главного тренера оружейников Миадрага Божевича за цементирование обороны. Первый трофей в Туле у черногорского специалиста, но хочется верить, что далеко не последний. Дай бог, что будет трофея, но не надо торопиться, надо потихоньку поднимать и клуб, и команду.